Всем здорово, народ, с вами снова Хантрас. Сегодня у нас Destiny 2, и это будет кратенький такой обзорчик на скалку под названием «Без чувств», который по какой-то причине мне понравилось. Значит, для обзорчика у меня есть два экземпляра. Это Bungie Raw, второй Raw — это изгой плюс киллерский магазин, который тоже имеет место быть. Я ни тот, ни другой идеальный для себя, по крайней мере, не считаю. А почему, объясню немножечко позже. Значит, про сам класс скауток в этой игре, ну, к сожалению, они, ребята, не популярны и не безосновательны. Это оружие не для всех, чисто по for fun. И сами вы прекрасно в голове должны сразу понимать, что если ну, к пушке какой-то применяется термин «орудие не для всех», то это мягкий синоним унылого говна. В этой игре есть класс импульсных винтовок, который практически по всем параметрам, ну а если речь идет вообще о домне, то вообще по всем параметрам превосходит скаутки, в том числе и ДТК, и это, конечно, очень грустно. Но, есть одно но, эти винтовки очень красивые, ну а сами вы знаете, что вещи, которые нравятся вам визуально, всегда вызывают у вас игровой интерес, и, соответственно, вам начинает с ними нравиться как-то бегать, начинает нравиться с них стрелять, превозмогать и так далее и тому подобное. Ну, то же самое случилось, собственно, и со мной. То есть я взял в руки эту скаутку, более-менее попытался как-то подобрать к ней какой-то определенный сетап, про который расскажу вам немножечко позже, и, собственно, вроде как, ну, местами где-то что-то начало получаться, и я могу даже сказать, что винтовка местами, опять же, начинает приносить удовольствие. Значит, здесь 180 РПМ в сочетании с системой автоспуска достаточно неплохой такой перк, мне понравился. Вот постижение дзен, к сожалению, ну, здесь лишний перк, на мой взгляд, здесь был бы лучше смотрелся киллерский магазин, объясняю почему. То есть вам нужно сделать 4 выстрела в голову, то есть один выстрел в хэд — это 55 единиц урона, либо 6 бадиков, то есть один в баде — это 35 единиц. Скилл-клипом, то есть киллерским магазином, вам нужно уже сделать 3 выстрела в голову или 5 в баде. Как-то так. То есть все-таки это приятнее. Ну, понятное дело, что для начала вам нужно победить какую-то цель, убить игрока, да, понятно, после чего перезарядиться и только потом использовать все возможности киллерского магазина. Не факт, что вам вообще удастся, или что-то подвернется какой-то противник за это время, но все равно киллерский магазин, мне кажется, более предпочтительный. Задачка на удобство тоже мне понравилась, потому что чем выше удобство вашей пушки, тем, соответственно, быстрее достается, убирается, быстрее входит в режим прицеливания, быстрее выходит, ну, приятно. Хотя дальность тоже имеет место быть. Собственно, если сравнить их еще дальше с импульсными винтовками, то они опять же проигрывают хотя бы в флинче. Я, конечно, поставил сюда улучшенный стойкий прицел для винтовок разведчика, но, честно сказать, он то ли не работает, то ли как-то работает так, что этого практически незаметно. То есть на импульсных винтовок флинча практически нету, на скаутках он как бы есть. Ну, понятное дело, что может быть не такой, как на снайпах, но тем не менее, он ощутимый, иногда это влияет на результативность. В идеальном варианте для скаутки, ну, конечно, многие там хейтят дробаши, но тем не менее, то есть эта штука может работать в основном только на средне-дальней дистанции. Для того, чтобы обезопасить себя как-то от тех людей, которые юзают дробаш, я рекомендую вам самим юзать дробовик, потому что блюз пыльных камней, первый слот — это самое лучшее, что вы можете вообще сюда взять. Ну, либо вы можете бегать с револьвером Last Word, ну, то есть последнее слово, которое тоже, в принципе, очень эффективное и, на мой взгляд, очень удачное решение. Кому как удобнее. Сюда я беру меч, мне очень нравится эта штука, черный коготь, он очень фановый, с патронами он может стрелять на дальней дистанции самонаводящимися вот этими мечами, прикольно, прикольно. Ну, плюс ко всему, используя меч, вы как бы можете с помощью глича, да, третьего лица чекать любые проходы слева вправо, с коридоров, там, с двери и так далее и тому подобное, за любых укрытий. Прикольно, прикольно. Собственно, сюда я взял перк на перезарядку скаутки. Кстати, я тоже не особо заметил, что оно влияет, ну, то ли она и так быстро достаточно перезаряжается, то ли как-то, ну, в общем, вы поняли. По ветке, неважно, с чем вы будете бегать, по сути, все по вкусу, ставьте, что хотите, вы можете играть за ханта, но за ханта, скорее всего, со скаутками будет играть еще эффективнее, потому что у вас есть перк на быстрый эвейт, это очень приятно. Ну, естественно, для PvP, ну, самый лучший вариант — это поставить одноглазую маску, это самый, наверное, лучший экзот, это такая мета в PvP на Титана, все остальное, по сути, неважно. Как-то так. Ну, собственно, к этому видео, к этому обзору я предлагаю вам еще полноценный бой, надеюсь, вам понравится. Пишите, как вам скаутки, что вы подумаете по этому поводу. С вами был Хантрес. Надеюсь, бой вам понравится, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Ты сейчас метро стримит и Антом, да? Мне как-то пофиг. Победите врагов. Ну, я Антом постримлю, когда... Блин, что я взял? Я Антом постримлю, когда... Он выйдет. Какой смысл сейчас этим заниматься? Потеряно.
Не надо так агрессивно. Это просто великолепно. Спел, здорово, Артур. Блин, хочу плюсовую перезарядку на скалке. Хочу научиться с них нормально наебать. Неправильно, сейчас вылез нельзя было этого дела. Блин, долго переключается. Здорово, Линкер. Ой-ой. Ты их остановила. Блин, как он успел? Я один играю, я не пойму, да? Судя по всему. В этой игре. Я один делаю фраги. Что с такие прям, чуваки там? Мертвый враг никого не убьет. Все верно. Просто фантастика. Мертвый враг никого не убьет, сука. Шакс, ты просто кэп этой игры. А теперь заставь их плакать. Make them cry. Можно мне отхилить, пожалуйста? Спасибо, союзник. Я тебе благодарен. Причем чувак стрелял не в меня, а попал все в меня. Как тебе такой Илон Маск? Два по цене одного. Нормально. Нравится. Твоя сила вдохновляет нас всех, Титан. Я сам в шоке. Блин, да? Как он сейчас выжил? Вот читерская херня. Пять минут. Достаточно для того, чтобы дать им отпор. Нормально, чуваки так уже понатрывались. Самое главное, что вот враги открываются нормально. А союзники в тим-замесе вообще не открываются. Блин, не знаю почему, я полюбил эту винтовку, пацаны, серьезно. Вот именно вот конкретно вот эту. Я с другими, конечно, мало со скалками играл, но
Вот именно вот этот ролл. Ты дерешься как настоящий титан первого столпа. Именно вот этот ролл. А что? А где мы патроны? Ничего не понял. Случилось. У вас отлично сработанная команда. Прямо замечательно. Я прям поражен. 3 минуты. Насколько у меня сработанная команда? А, ну мы как-то выровняли, да. Я хоть и нубас в этой игре, но... Ну, что-то могу. Понял, принял. Нормально, чувака на 11 уровне маска уже. Я сначала не понял, кто ее заюзал. Я почему-то думал, что у нас союзник. Ульти. Блин, как я в прошлый раз мечом туда облажался, что у меня, оказывается, патронов не было. Это было, конечно, забавно. Почему я бежать не могу? А, я понял, почему я могу бежать. Сражаешься как истинный титан. Одна минута. Нанесите им мощный удар. Блин, как неудобно, перезарядка-то. Вот для этого и нужны боевые группы. Так, давайте, собрались, пацаны, надо затащить. Инвестируйте. Не конец. Давай быстрее. И что же ты получила? Я бы знаменно. Я мог бы раздвинуть любые границы. 10 секунд. Я, главное, двоих успел убить. Ядрить, мы под конец затащили катку. Это жестко прям вообще. Даже прайм насовали. Не знаю, по какой причине, но именно вот эта скаутка мне реально зашла. Прикольная. Мне бы на нее еще плюсовую перезарядку. Вообще было бы классно. Ну, я, к сожалению, такие вещи никогда не собирал.